30 декабря нынешнего года в 21 час 21 минуту на пульт пожарной части Хромтауского района поступило сообщение о том, что на шахте «Весенняя Оралчинская», принадлежащей ТО «Актюбинская медная компания», в 30 километрах от поселка Коктал, при проведении взрывных работ погибли 4 человека. При проведении разведки на месте был обнаружен один пострадавший живым и 4 погибших. Все сотрудники ТО «Актюбинская медная компания», один из них горный мастер, два взрывника, один водитель.